Память о Георгии Митереве теперь увековечена на мемориальной доске. Ее открыли на здании областного управления Роспотребнадзора, которое находится на улице, также названной в честь первого министра здравоохранения СССР и первого государственного санитарного комиссара Средневолжского края. Именно личность Георгия Андреевича подсказывает нам и всем о том, какие пути возможны и как нужно развивать себя в профессии, в специальности, для того, чтобы не только остаться в нашей памяти, но и в первую очередь внести свой бесценный, абсолютно неоценимый вклад в развитие отечественного здравоохранения. Георгий Митерев родился в селе Баринов Комсомольской губернии. Его внук, тоже Георгий, рассказал о воспоминаниях своего дедушки. Чтобы утолять тягу к знаниям, Георгий Андреевич ездил в соседнюю деревню, где находилась народная библиотека. А когда повзрослел, он поступил в Самарский университет на медицинский факультет. После выпуска начал успешную работу в сфере здравоохранения. Я считаю, что ему очень повезло в этом отношении, что он оказался именно в Самаре с хорошей школой науки и медицины. Ему повезло в том отношении, что самарцы его помнят и уважают. В торжественной церемонии открытия мемориальной доски и возложения цветов приняли участие глава города Елена Лапушкина, санитарные врачи, студенты медицинского вуза и общественники. Верю в то, что и наши современники, и последующие поколения, конечно, будут чтить и помнить Георгия Андреевича и, конечно, брать с него пример. Я благодарю всех и всех поздравляю с этим событием. Теперь сотрудники Роспотребнадзора будут приходить на работу, чтобы защищать права потребителей и их здоровье и благополучие под надзором знаменитого предшественника. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.